Больше 50 тысяч человек получили травмы в результате аварий на дорогах приволжских регионов. Такую статистику озвучили на заседании Совета Приволжского федерального округа. Причин аварийности много. Состояние пешеходных переходов, нарушения в сфере пассажирских перевозок, снижение транспортной дисциплины. Сейчас мы еще, так сказать, фокус наведем на эту проблему и более предметно посмотрим на наиболее опасных участках, что можно сделать. Вот сейчас прозвучало предложение представителя МВД по организации тросового ограждения, чтобы, так сказать, минимизировать случаи выезда на полосу встречного движения. Другие меры, конечно, будем принимать, и это крайне важная задача. Особое внимание уделили подготовке к чемпионату мира. Сразу несколько регионов округа будут проводить матчи в 2018 году. Чтобы довести дороги до нормативного состояния и решить вопросы транспортной доступности спортивных объектов, из федерального бюджета выделят порядка 15 миллиардов рублей. 11 мероприятий из 41 направлены именно на развитие дорожной сети. Это касается в основном подъездов к аэропорту, строительством развязок, ну и также тех дорог, по которым пройдет основная масса автомобилей, перевозящих и зрителей, и участников чемпионата. За последние годы в округе построены и реконструированы тысячи километров дорог. Сотни населенных пунктов получили круглогодичную транспортную связь. В качестве удачного примера Михаил Бабич привел строительство Кировского моста в Самаре и добавил, что в стадии реализации находится еще один самарский проект – Фрунзенский мост. Оба объекта строятся при поддержке федерального бюджета. Комментируя итоги совета, губернатор Николай Меркушкин отметил, что в 2016 году регион готов выполнить все запланированные объемы по ремонту и строительству дорог. То, что запланировано нами по объему и ремонтов, и строительства новых дорог, что касается чемпионата мира в том числе, мы эти объемы все обеспечиваем и финансированием. И, естественно, если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств, с погодой или еще что-то, мы выполним те объемы, которые предусмотрены на этот год. На заседании совета округа губернатор Николай Меркушкин получил из рук полпреда Михаила Бабича благодарность президента России за оперативную организацию материальной и методической помощи городам и районам Крыма. В 2014 году Самарская область взяла шество над Сакским районом полуострова. Лариса Шлафаст, «События».